Актуальные тенденции рынка отделочных материалов с конвейера белорусского предприятия. Керамин сегодня запустил новую технологическую линию и презентовал плитку нового формата. Керамин представил 23 новые коллекции, в их числе сразу 5 нового формата. При создании вдохновлялись природными мотивами и архитектурными достопримечательностями. Новый продукт – крупноформатная плитка – востребованный тренд. Дизайнеры отмечают, меньшее количество швов при укладке позволяет показать рисунок и фактуру. На данный момент наибольший формат – это 750 на 250 миллиметров, и это и дань моде, и такая золотая середина технологическая, да, которая обеспечивает удобство при укладке, обеспечивает максимально эффектную и эффективную передачу фактур и рисунков. Это и с точки зрения экономики удобный, скажем так, продукт. Производственная линия создана итальянская, она максимально автоматизирована. Новое оборудование помогает соблюсти размеры и геометрию изделий. В планах выпуск до 80 тысяч квадратных метров крупноформатной плитки в год. Коллекции уже в продаже в фирменных салонах «Керамин». Ждут новинку более чем в 20 странах.